Поехали! Привет, друзья! Вы на канале Крепче Стали. Сегодня что делать, когда человек прется с буром? Или буром? Вы сами там определитесь. Кто будет с буром? Я буду с буром, ты будешь со мной идти. Сначала разберем сам смысл. Смотрите, и вот она прямая линия атаки. Давай, чтобы быстрее назад. Ты готов? Раз, два, три. Логично то, что назад я буду гораздо медленнее идти, если он будет переться на меня. Логично. Вот так я не успею. Есть несколько вариантов. Если на вас прет человек буром, то один из лучших вариантов – это смещение с линии атаки. В одну, в другую, уход на этаж вниз и подхват за ноги. За ноги я вам уже показывал много раз, проход ноги, разные варианты. Ссылочку оставлю. Он буром прется, поэтому его еще проще вырывать. Твоя задача, смотри, вообще, как хочешь, твоя задача – накидывать мне по чердаку и идти на меня. Да. Отлично, да, 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 все, 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 все. А? Я проверил, надо проверить, правда он бьет слабенько, да, очень сильно, да. Да. Отлично, да. Я уже ушел с линии атаки, видите, просто ушел. А теперь мы еще добавим вот что. Колхозочка, обычная колхозочка с уходом средней атаки. Еще несколько вариантов, я уже показывал много раз, даже при моем разнице в росте можно делать шлагбаум. Просто вот перед носом держать ладонь, вот так вот махать. Человеку перед носом, когда идет такая мотыга, он может останавливаться. Смещаюсь, накидываю. Но движение ног, нужно тренировать ножки, чтобы ножки хорошо ходили. Еще варианты, давай, давай, буром пульше. Буром пульше. А теперь брутся на меня двое, готовы? Кровь сейчас пойдет, друзья. Кто-то должен сегодня потерять немножко крови. Договариваться. Договариваться. Они решают, кому достанется самокат. Все, готовы? Поехали! Я пытаюсь уйти с линии атаки, постоянно, видели, я постоянно смещался с линии атаки. И вот такие, как у Росомахи, махи, Росомахиные махи. Тот же удар перед лицом. Да, те же самые удары перед лицом. Я не пытаюсь достать, я пытаюсь просто отвлечь, вот перед лицом начинаю остановить. И что получалось, когда двое прут? Вот они двое, остался с одной точки, меня разбили. Ушел в одну сторону, на акцент делал на вторую, так закручиваю, чтобы один партнер мешал другому. Ну да, да, мне неудобно, вот, мне надо сюда спуститься. Я и начинаю. Я не пытаюсь его нокаутировать, я заставляю так, чтобы он мешал другому. Если хочу нокаутировать, то понятно, что я заигрываю, подготавливаю, потом бам! Но снова я бью так, чтобы не остался партнер, да, которого я не вижу. Не так, раз, бью, мне со стороны голову закидывает. А моя задача... И отсюда бам, когда я вижу второго соперника. Запомните основное правило. Уйти с линии атаки. Сместиться в одну, в другую. Удар росомахи. Хуща! Все, ребят, спасибо. Горянчик, Санчик, Animals. Воу, всем добра. Подписывайтесь. И не забывайте, самая лучшая защита — это читаем книги дома, развиваемся, ходим в спортзал, приходим к нам тренироваться. Всем добра, пока. Записывал? Бля, прикинь. Он не записывал, 100%. Что, страшно?